самая конченая авиакомпания в мире. Просто я 22 года летаю, я первый раз в жизни летела на таком говне и на таком разводилово. Если вы думаете, что там вас там еще разводят, блядь, какие-то евреи жадные или еще то, то вы просто, Армения отдыхает. Чтобы вы понимали, я заплатила 34 тысячи за сам билет. Выехала сегодня, жопа в Москве, блядь. Выехала сегодня, час вызывала такси, не могла такси вызвать, да, и в итоге вызвала такси за 5 с копейками тысяч, почти 6 тысяч. Потом дальше приехали в аэропорт, 12 килограмм перевеса. Знаете, сколько мне сказали заплатить? Угадайте с первого раза. 20 800 рублей. Итого билет у меня вышел 54 тысячи на рейс, которым даже не дали стакан воды. Стакан ебаной воды не дали за 54 тысячи, блядь. И еще, знаете что? Вишенка на торте. Регистрация платная, блядь. 4 500 рублей. Имейте в виду, этой компании никогда в жизни не летите. 4 500 рублей. А если человек приехал в аэропорт и нету денег, что он делает? Вы пидорасы. Поняли вы, кто вы? Ублюдки вонючие. Места вообще в самолете нету. Некуда оставить ни багаж, ничего. Вообще просто хана полная, блядь. И вообще... Конец, за все свое время ни разу я этого, со мной этого не было. С другими людьми было. Я отдала свои вещи на ленту, и они мне засрали один купон. Короче, потеряли его. Я сказала, ищите, нет. И я возвращалась за 30 минут, блядь, до... то есть 30 минут уже до окончания посадки. Я возвращалась за еще за одним этим посадочным билетом. Пидорасы. Вы просто гандоны. Сегодня не день, и это половина поездки. А какая будет вторая половина поездки, если это такой... я выдержала это все только потому, что мне домой надо. Потому что я маму не видела больную. Если бы не мама, я бы давным-давно развернулась и нахуй, блядь, вернулась обратно. Это просто пиздец. Мне эта поездка станет вообще золотой вообще. Как будто я съездила, блядь, на Сейшелы на 20 дней. Тернистый путь домой называется.